Я заснял, я заснял! Вольска, смотри, клан. Да что ты валяешься, не могу понять. Блин, я чуть на вот это не попал нахрен, пришлось руль повернуть и упал. Ну ты даешь. Сгнило. А, подпалили даже. Что там? Лежало большое дерево, подпалили, сгнило еще, короче. Покасательно, показательно, покасательно. Но я смотрю, я где рванул кусты. Думаю, что робится. Давайте не ехать, тут когда была яма. С говном. Да. С ножом. И ничего хорошего там не осталось, короче. Можно вон туда? Ну, там туда. Тропинка идет туда, дальше куда? Там что, мы упремся? Что? Я не знаю, там, я там не разберу. Заехал ногами! Съехал с камнем, бля! Блять, это старинные ножи каменные. Проклял тебе! Не, это... Яма была. Яма была, ну. Наперед наклоняйся! На первый! Молодец! Слишком круто! Бобры ходили. Возможно, да. Его. Возможно.
Сейчас получится, снимаю. Смотрите дальше. Выключай. Четко, да? Ты надо чуточку левее или правее, чтобы он смог вообще запрыгнуть хотя бы. Подожди, чтобы ты, ну, чтобы ты повис, надо чуточку правее или левее, чтобы ты мог на нем повиснуть бревне и спуститься. В середине, да? Да, а так-то он не хватает. Ну, блядь, ты понял? Ну. Это Сергей Воронецкий. Ты можешь так. Так, так. Сорвалась рука. Блять, только на середине буду. Заехать, убежать. Ты можешь так? О! Почти. Не знаю. Я тоже. Развернуться на заднем. Давай, развернись. Во. О! И запрыгивай, и поехал сразу. Вот завел ловушку. Выжми сцепление, я не могу на себя. Где тут сцепление, уже запутался. Поднимается он. О, заебись. Блядь, подножка опять пострадала. А! Ну заводи сюда его, чик. Блядь, подножка. Бля, что там летает? Четко. Все, что можно. На соревнованиях ты, блядь, там будешь рвать и метать, нахуй. Да. Нахуй, с каждым километром, нахуй, все сложнее и сложнее. Сейчас воды и полоснуться. Да можешь на заднее поставить сюда.
Серега, ёбнися. Я снимаю. Вы тоже так можете. С легким паром. Мы почти не доехали. Чуть-чуть осталось, но Минчик решил скипятиться.